Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Castlevania Lords of the Shadow 2. И выглядит наш герой не очень. Ему бы крови. Помоги мне, и я избавлю тебя от бессмертия. Зачем он укрывается вообще? Он просто свое тело скрывает уродливое. Я не думаю, что ему... Пожалуйста. Блин. Успел прочитать. Сюда. Требуется что-нибудь? Чем когтями своими что ли? А меча нету? Ничего нету. Чё-то я очень слабый, мне кровь нужна. Он же меня сейчас победит. Выпустите нас отсюда. Зачем они привели нас сюда? Что им от нас нужно? Кто этот мужчина? Он спит? Я так не думаю. Кэти, подойди сюда. Смотри, пап, мужчина пошевелился. Ты, отойди от них. Кэтрин, иди сюда сейчас же. Ты, не трогай их. Помогите. Мне их кровь нужна или чё? Я умираю. Нет, выпустите нас. Нет.
Это радует меня. Видеть тебя прежним. Старина. И правда, старина. Нет. Расслабься. Наш гость просто немного запутался. Я знаю, что ему нужно. Ты видишь перед собой легендарного убийцу вампиров. Твое старое оружие, если помнишь. Единственное оружие, которое оборвет твою бессмертную жизнь. Ты думал, оно уничтожено. Но как видишь, ты сможешь обрести вечный покой, которого ты так жаждешь. Но сначала ты должен помочь мне предотвратить возвращение сатаны в наш мир. Тогда, я клянусь тебе, я лично нанесу тебе смертельный удар в сердце. И я уверен, ты выполнишь эту клятву. С тех пор, как ты сослал сатану обратно в преисподнюю 1000 лет назад, его человеческое потомство или служитель, как они себя называют, бездействовало. Я полагаю, что они, все мы, боялись твоего гнева и великой силы. Но не сейчас. Теперь даже мой телохранитель сильнее тебя. Служители знают, что ты слаб, и они готовятся к возвращению своего отца. Теперь они ничего не боятся. Они не боятся могучего Забека. Только ты. С помощью всех своих сил сможешь победить их. Иди за мной. Пожалуйста. Мы должны найти и уничтожить всех служителей, прежде чем они завершат подготовку к возвращению сатаны. Это будет не так просто. Они управляют миром людей из теней. Даже я не знаю точно, кто они и где находятся. Они не выйдут на свет, пока мы сами их не вытащим. Служитель никогда не должен узнать, кто на них охотится. Элемент неожиданности даст нам преимущество, пока ты не наберешь достаточно сил. И ты не знаешь, кто они и где находятся? Ты знаешь, что этот город построен на фундаменте твоего замка? Служители много внимания уделяют именно этому месту. Сатана специально выбрал это место для своего возвращения. Для начала он хотел бы поработить тебя, чтобы унизить тебя за то, что ты сделал с ним. Давай покончим с этим. Они должны вергнуть мир в хаос до того, как сатана будет вызван. Их активность оставляет спектральный след, который трудно, но возможно отследить. Это главной офис мощнейшей фармацевтической корпорации. Предполагаю, что один из служителей управляет всем оттуда. Комплекс был закрыт 2 месяца назад, и он защищен магией.
Если бы я использовал свои силы, чтобы посмотреть, что там происходит, они бы отследили меня в течение нескольких минут. Так что я могу отправить тебя туда через портал. Но нужно все сделать быстро, чтобы не вызвать подозрений. Чем больше портал остается открытым, тем скорее нас обнаружат. Ищи любые признаки служителя. Будь осторожен. Так чего же ты ждешь? Мне кажется, он в конце нас киданет. И сам захочет всех поработить. В результате мы, наверное, будем с ним драться. И так и останемся бессмертными. Ну или нет. Могли бы мне костюмчик дать. Ладно. Вы можете проверить свою книгу путешествия. Так, это карты вашей книги путешествий. Используйте ее, чтобы выбирать миссии в любое время. Теперь вы можете найти больше секретов с вашим новым умением. Карта. Открытый мир. Так, я потом, наверное, прокачиваться смогу. Так, вы можете посмотреть все собранные иллюзии. Городские мемориалы, хроники древнего света. На месте этого самого мемориала 500 лет тому назад было обнаружено то, что сегодня известно как хроники древнего света. Эти апокрифические тексты подробно излагают плачевный опыт тех, кому удалось вырваться из когтей Дракулы. Большинство из них лишились рассудка, а также некоторых частей тела, сожранных вампирами и гарпиями. Те, кто уцелел, вскоре скончались от ужасных заболеваний и галлюцинаций. Однако некоторым удалось чудесным образом вернуться в целости и сохранности. Благодаря им были сложены воедино карты замка и точные сказания о тех ужасах, которые там творились. Один из них был Роланд де Ронцеваль, паладин Господень, который использовал карты в военных целях, накапливая знания, чтобы нанести сокрушительный удар князю тьмы. Научный район. Так.
Ладно, я это даже не видел сначала. Вы только что получили достаточно очков опыта, чтобы купить свою первую способность. Так. Хлыст теневой. Это страница покупки навыков. Используйте свои очки опыта, чтобы получить новые умения или обновить наступательные навыки Дракулы. Так, увернуться? У меня его нету, что ли? Что-то другое. Красная подсветка над объектом означает, что он может быть разбит вашим кинжалами теней, вашими. Нажмите и удерживайте для того, чтобы прицелиться кинжалами. Используйте правый стик для того, чтобы прицелиться, и отпустите для выстрела. Киюшки. Что это? Крысы? Я чувствую присутствие Голгофианского стража. Он слишком силен для тебя. Прячься. Я могу спрятаться там. Опять никакой дырки нету. Или мне нужно покинуть эту тему? А как выбраться-то из нее? Используйте неохраняемый темный уголок, чтобы восстановить свой внешний вид. А, тоже угол нужен. Охранник еще вас не видел. Приблизьтесь к нему, используйте силу контроля, если еще не разучились. Так, Дракула может подчинить себе ничего не подозревающего врага. Для этого подойдите к противнику сзади и нажмите с помощью левого стика. Ладно. Моя кровь начинает убивать это существо, у меня мало времени.
герметизация камеры. Выделяются обезжиривающие наночастицы, оставайтесь в центре камеры. Дезинфекция, зона дезинфицирована, оставайтесь на месте, пока камера не откроется полностью. Вы можете отвлечь некоторых врагов, выпустив на них роль летучих мышей. Давай, дурень, это всего лишь летучие мыши. Если вы отвлечете охранника, то сможете туда пробраться и затем подняться. Так, да я понял. Но второго, наверное, надо пускать. Так, идем на разведку. Меня раздавить. Смысл тут вообще от этой крысы нету. А вон. Решетка там какая-то. Или это я ящики двигать не могу, потому что я не думаю, что крыс туда заберется. Попробуйте достать. Так двигай. Я не могу ломать сейчас. Мы пока недостаточно сильны, чтобы попасть туда. Кто ты? Следуй за мной, если хочешь вернуть свой меч. Мы
можете посмотреть все собранные иллюстрации в разделе «Разные с главным меню». Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока!